Здорово, бандиты! Вы снова находитесь на канале проекта «Ну а хули муви». Мы с вами по-прежнему в проекте «Ну а хули смог Уфа». Год назад, может быть, чуть меньше, на канале был выпуск про новый бренд, про нового производителя из Краснодара под названием «Nubi Unique». Это бюджетная версия того кальяна, про который шла речь, доработанная спустя время, интересная. И это продукт, о котором точно стоит поговорить. Вы на канале «Ну а хули муви»? Па-па-па-па! Мы начинаем. What? Так, братва, не будем задерживаться. У нас по обычаю греется чашка. Давайте попробуем быстро собрать кальян, если получится быстро. И, соответственно, обсудить, что он из себя представляет. Коробка черная, красивая. Ну, не докопаться. В целом все ок. Логотип. Буква «Б». Такая же, как у студии косметологии в городе Славянске и у наушников Monster Beats. Кто сделал первый, никто не знает. Но мы поддержим российского производителя и можем смело утверждать, что мы придумали букву B в Краснодаре раньше, чем это сделали Monster Beats. Даже голограмма есть. Итак, что нас встречает? Нас встречает буклет, на котором написано «Добро пожаловать в семью». Стопэ, Макс, алло, это типа запатентованная тема. Поздравляем тебя с приобретением кальяна Nubi Unique, у тебя хороший вкус. Мы создаем кальяны с уникальной запатентованной технологией продува чаши, которая позволяет легко контролировать процесс курения. И то же самое продублировано на английском языке, и есть вот такая голограммка, прикольно, прикольно, это хорошо. Все это типа не на дешевой, нормальной, плотной бумаге, молодцы. С обратной стороны у нас идет описание деталей по номерам. Соответственно, это мы оставим здесь, если вдруг у нас возникнут какие-то проблемы с тем, чтобы кальян собрать. Давайте смотреть, что у нас тут есть. У нас есть основание. Ой-ой-ой. Так, высыпем все. У нас есть основание. Основание что это? Основание, в которое теперь вмонтированы шарики. То есть, если на первых версиях кальяна еще теоретически была возможность того, что что-то пойдет не так, и возникали вопросы касаемо того, что шарики могли проваливаться сквозь отверстия, здесь этот вопрос полностью решен, полностью нивелирован, и, соответственно, шарики в основании вмонтированы. На основании точно так же, как и раньше, у нас есть система, которая называется, как она называется? Никак не называется. Не, подожди, это было название. Поворотный клапан продувы Cool Down. Это та самая запатентованная ребятами система, благодаря которой перемещением по кругу этого клапана мы можем переключать кальян в состояние продува шахты, либо продува колб. Ладно, остановимся на этом чуть позже и заострим на этом внимание чуть позже, когда уже кальян будем курить. Все основные детали кальяна, которые контактируют с водой, выполнены из нержавеющей стали. Верхняя часть шахты у нас без проблем вкручивается в основание. Она, диаметр ее, соответственно, составляет 13 мм. Нижняя часть шахты, погружная трубка, имеет диаметр 14 мм. А на основании есть и на металле выгравированный логотип, прикрученный на маленьких болтиках компании Nubi Unique. Смотрится это все довольно симпатично. С другой стороны есть надпись Black One. Это непосредственно модель, о которой мы сейчас разговариваем. Бюджетная версия кальяна Nubi Unique. Что у нас есть еще? У нас есть верхняя накладка, выполненная из полицеталя, точно так же, как основание кальяна. И имеющая на своих краях по несколько колец из нержавеющей стали для того, чтобы, ну, наверное, в первую очередь это симпатично выглядело. Едем дальше. Давайте уберем коробку. Люблю выкидывать что-то за пределы кадра. Шланг, уплотнитель, блюдце, ублюдце. Так, нам нужно блюдце. Мы его достаем. Ну, то есть вы уже можете догадаться, что кальян продается в полном комплекте, за исключением непосредственно колбы. Коннектор под чашу фиксирует наши блюдца.
Блюдце выполнено довольно аккуратно. Более того, ну, типа, оно реально толстое и реально прибавляет веса кальян. Довольно симпатично. Есть еще небольшая каемка, но в целом, типа, не докопаться. А... Наш уплотнитель под колбу отправляется на шахту. Вставляем, ставим чашку, пробуем, обсуждаем цену. И больше не забегаем вперед так, как я это сделал сейчас. Все нормально, справляйся. Итак, кальян Nubi Unique Black One находится у нас в практически собранном состоянии. Вот так это все действо выглядит. Чаша. Шланг. Стандартный soft touch. Ничего примечательного. Итак, наш коннектор под шланг мы сейчас соединим с нашим шлангом. Практически идеально это получилось сделать. И вставим его в наше основание. В основание коннектор вставляется сбоку, вставляется на ринге. Все довольно четко, никаких вопросов не возникает. Мундштук кальяна Nubi Unique. То, на чем, наверное, стоит заострить внимание, это неплохо, когда у кальяна на мундштуке, который идет с ним в комплекте, есть возможность, что на нем каким-то образом заострят внимание. Это действительно выполнено довольно неплохо. Это... А, он даже не раскручивающийся? А, нет, раскручивающийся. Это... Давайте посмотрим, что тут. А, это мундштук, выполненный полностью из нержавейки. Но при этом, при всем, на него идет вот такого формата накладка из полицеталя. Закручивается это опять нержавейкой. Прикольно. Короче, эстетично, сочетаемо непосредственно с кальяном. И в целом довольно симпатично. Давайте пробовать. Поиграемся с этой системой, покурим, обсудим, сколько кальян стоит, и будем закругляться. А, как вы можете догадаться, мы, наверное, сейчас переключены на функцию продува чаши. Да, так, это функция обычного курения. Давайте попробуем курить кальян. Вы, наверное, сходу обратили внимание на то, каким образом здесь реализована продувка. Там есть небольшая прорезина в основании, через которую проходит дым, и непосредственно щель между шахтой и основанием позволяет получать довольно интересную, симпатичную продувку во все стороны. Никаких вопросов к курению кальяна не возникает. На конце погружной трубки есть несколько прорезей. Отчасти, наверное, можно сказать, что это отчасти диффузорная тяга, но она приближена к классической. И вообще в целом, типа, тягу на кальяне Nubi Unique Black One я бы отнес больше к классической тяге. Ну, либо у нас так нормально перелито там воды. Что касается функции продува чаш. Незамысловатым движением руки мы можем переключить кальян в функцию продува чаши. Если вдруг, типа, мы куда-то отошли или там поиграли в фифу, чашку никто не курил, она перегрелась, у нас есть возможность эту чашку остудить. Вот в таком формате это выглядит. То есть весь воздух, который скапливается в колбе, он выходит не через клапан продувки, он выходит напрямую по шахте через чашу, тем самым ее остужая. Теоретически, наверное, только смысл в этом все есть, в этом всем есть, но и типа как минимум, я не знаю, кто это типа юзает, как это юзает и постоянно ли это юзает. Ну, для гостей, наверное, прикольно, типа там поиграться, что-нибудь потыкать, посмотреть и так далее. Для курения дома, ну, я не думаю, что кто-то дома сидит на кухне, значит, блядь, пьет чай, покурил,
потом такой продую чашу, раскрутил, продул чашу и дальше сидит курит. Очень вряд ли, очень я в этом сомневаюсь. Тем не менее, это прикольно. Тем не менее, этого нету ни на одном другом продукте. Ну, есть там на каких-то типа то ли наргилемах, то ли чем-то еще. В Берлине, я помню, на выставке мне показывали. Ну, там полная помойка. И, конечно, в сравнении с продуктом из Краснодара это не идет. Давайте делать какие-то выводы. Розничная цена кальяна Nubi Unique Black One на данный момент времени составляет, внимание, 8300 рублей за все, что я показал, без колбы. Ну, соответственно, с колбой 9000 рублей. Это хорошо. Это хорошо, мне нравится этот продукт, и мне не стыдно об этом сказать во всеуслышании. Макс, ты большой молодец, передаем тебе привет. Более того, типа, у бренда Nubi Unique есть типа дорогая версия, та, про которую год назад мы снимали, где типа основной накладкой идет деревянная накладка, и где не в таком формате, а кнопкой реализована система продувки. И там тоже куча всяких у них новых приколюх, там стабилизированное дерево, как у Вуки, выполненное в форме молний. Короче, стоит обратить внимание. Кальян хороший. Вы тоже очень хорошие. Для самых хороших подписчиков на ютубе, на кальянном русском ютубе, мы, безусловно, разыграем один кальян Nubi Unique конкурсом репостов с официального сообщества No Хули Муви ВКонтакте, ссылка на которое будет обязательно в описании к этому видео. Так что переходи, находи ролик, делай репост, жди 15 декабря. И если тебе повезет, а скорее всего тебе повезет, не в этом, так в любви, жизнь наладится. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, рассказывайте своим друзьям. Всех обнял, братва. Мы вещали из Ноахули, Смок, Уфа. Ссылка на которую будет обязательно в описании к видео. Заезжайте в гости. Чё, кого, бич?